Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 14 ноября в Гагарской центральной районной больнице прошел день открытых дверей. У всех желающих был определен уровень сахара в крови бесплатно. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, в день, когда родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина – лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Цель Всемирного дня борьбы с диабетом – просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания. В этот день в Гагарской центральной районной больнице прошел день открытых дверей для всех желающих определить свой уровень сахара в крови. Так было установлено два пункта забора крови. Те пациенты, у которых выявлялись какие-либо изменения в крови или высокий уровень сахара, были направлены на прием к врачам-эндокринологам и даже на стационарное лечение. Кроме этого, в школе диабета, функционирующей в стенах Гагарской центральной районной больницы уже 3 месяца, была проведена лекция. Главной целью школы диабета, созданной при содействии Ассоциации врачей-эндокринологов, Фонда развития города Гагра и неправительственной организации UNDP, является обучить больных сахарным диабетом, ведению образа жизни, правильному питанию и умению оказывать экстренную помощь самому себе в разных ситуациях. По словам врача-эндокринолога Исмы Асландзе, количество страдающих сахарным диабетом в Абхазии более 10 тысяч человек. Это цифра та, которая выявлена. К сожалению, многие не обращаются к врачам и не знают свой уровень сахара. Учитывая данный фактор, можно смело говорить, что количество диабетиков намного выше. К сожалению, в данный момент в Абхазии зарегистрировано уже около более 10 тысяч больных с сахарным диабетом. На самом деле это цифра выявленная, но количество заболевших у нас в стране намного превышает эту цифру. И учитывая малую приверженность больных к лечению, малую обращаемость, большой процент больных с сахарным диабетом остается невыявленным. В этот день Гагарская центральная районная больница тоже не обошла этот день. Мы организовали день открытых дверей, где мы проводим бесплатный скрининг, то есть бесплатное определение сахара крови. У нас установлено 2 заборных пункта. Одно в приемном отделении, второе в входе в регистратуре поликлиники. У нас стоят медицинские сотрудники, которые определяют сахар крови. И те пациенты, у которых выявлены какие-то пограничные изменения, либо высокий уровень сахара, отправляются уже дальше на прием, либо на стационарное лечение, в зависимости от того, какой уровень сахара мы выявили. Хочется обратить внимание населения на то, что, к сожалению, сахарный диабет очень часто остается бессимптомным. Поэтому для того, чтобы не пропустить начало заболевания у себя, необходимо хотя бы раз в год определять уровень сахара крови. Но если вы находитесь в группе риска, имеете наследственную отягощенность, либо ведете неправильный образ жизни, имеете проблемы с весом, конечно, сахар крови стоит определить незамедлительно. Но тем более, если у вас появляются уже какие-то малые клинические проявления в виде сухости во рту, жажды, учащенного мочеиспускания, головокружения, общей слабости, кожного зуда, то, естественно, вы имеете риск уже заболеть сахарным диабетом, поэтому стоит обратиться за помощью в медицинское учреждение.